хотим проанализировать потребность в кадрах в перспективе развития бизнеса, в перспективе нескольких лет, то есть не то, где есть проблема на сегодня, а то, где она может создаться в будущем. Для того, чтобы центры занятости решали проблему не уже уволенного человека, а помогали строить карьеру, заглядывая вперед. Нам повезло с нижегородской командой, нам удалось пообщаться до в формате видеоконференции, поэтому, когда мы приехали вчера, по сути, мы уже были знакомы с друг с другом, поэтому очень быстро ввели в курс дела. Вы видите, сегодня уже губернатор общался уже не на какие-то отвлеченные темы, а более-менее на конкретные. Поэтому я считаю, что такой темп продвижения позволит нам уложиться в то время, которое отведено.